Всем добрый вечер. Клуб «Трубостроитель», ветеран «Трубостроитель», любитель борьбы. Сегодня с Антоном Мамаем. Антон Мамаев покажет выход на удержание в том случае, когда не получается разорвать болевой. Ну, когда это может быть? Когда время недостаточно, допустим, на разрыв. И понятно, что нижний выиграет какие-то баллы, а верхний сидит на болевом и не разорвать. То есть нужно делать что-то другое. Нужен переход на удержание. А там уже время не останавливается. Вот так, тактическое небольшое такое движение. И как оно выглядит. Я попался на удержание. Чемпионат мира. Финал. Я веду в Азаре. Время остается мало. Да? У меня руки крепкие. Я держу. Крепко его держу. Моя задача удержать 20 секунд, примерно, осталось до финального, до конца, до финала. Я держу, Антон чувствует, что не порвать мне руку, но здорово я очень. Отсюда, делай свое движение. Перекрывает ногу, раз, как на учебление. И выходит на удержание. Ай! И додерживает меня 20 секунд. И побеждаю. Если надо держать. Если надо держать. Он чемпион, я второй. Да, не могу себе позволить. Светающий. Ну, то же самое, абсолютно, как вот при этом удержании. Ущемление идет вот здесь вот. Только ногой. То же самое, как вот здесь вот ущемление идет. Только все делается ногой. Нога больше, сильнее, соответственно, давление сильнее. Вот отсюда скидываем ногу и переносим сразу же. Вот. Сразу вот, все. Даже, допустим, если я правую руку освобожу, то это ничего не поможет. Мне некуда мастить, некуда переводить. Вот отсюда меня держит. Во-первых, очень идет сильно ущемление бицепс. На самом деле идет здесь такой узел. Плеча идет очень хороший, сильный. А самое главное идет удержание 20 секунд победы. Да? За счет одной. Антон победил. Да, Антон чемпион. Спасибо, пока.